5 дорогих пивасов с красного и белого. Знаю, умею не потратить деньги впустую. Пиво Перони практически 130 рублей за 0,33 литра. Итальянцы никогда не умели в пиво. Лагер хоть и чистый, очень освежающий, но супер-супер скучный. А пиво Гролш 120 рублей. А тоже классическое, легкое, недорогое европейское пиво. По вкусу понасыщеннее, хоть он оставляет некоторую дренцу потом на послевкусе, пить мне его приятнее, чем первый сорт. А пиво Миллер 130 рублей. По лицензии Миллер больше не варят, зато варят Беларусь. Производство ООО «Бобруйский бровар». Это вообще не Миллер, это прям типичное белорусское пиво. Так что, как по мне, перевод денег. Пиво Харверстер. 89 рублей. Средняя такая пшеничка от Томского пивзавода. Как по мне, перегазировано, но пить вполне себе можно. Ижевская премиум 85 рублей за 0,3. Самое поганое пиво из подборки. По вкусу чистейший гороховый пердеж. Не рекомендую.